Всем привет! Канал BenRussian Leon. Сейчас на обзоре USB Flash Kingston Kaizen 128 ГБ. Ее маркировка DTKN/128GB. Цена в Беларуси в 2022 году 22 доллара примерно. Объем данной флешки 128 ГБ. Также бывает на 32, на 64 и 256 ГБ эта модель. Скорость чтения ее 200 мегабайт в секунду, скорость записи 60 мегабайт в секунду. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1. Материал корпуса ее металл, цвет серебристый, гарантия на 5 лет, вот значок гарантии. Пыли, влага, удара, прочность у нее. Совместимость операционных систем Windows не менее 8 версии, хотя думаю с XP будет работать, но производитель заявляет Windows 8 минимум. Mac OS от 10.10 версии, Linux версия 2.6, Chrome OS. Размер 39 на 12.6 на 4.9 мм, вес 4 грамма. Дальше будет распаковка. Так она сзади выглядит. Распаковать. Попробуем даже без ножниц. Вот такая маленькая флешечка. Сейчас подключу к компьютеру, сделаю тест скорости. Продолжение следует. Продолжение видео про флешку. Подключил к компьютеру, сразу определилась она. Форматировать не надо было. 115 ГБ ее объем. Зайдем в свойства. Она в файловой системе FAT32. Ее нужно будет переформатировать в NTFS, для того, чтобы размер файла был не ограничен. FAT32 4 ГБ максимальный файл поддерживается. Сперва проведу тест, потом буду форматировать. Нажимаем тест. Тут можно выбирать, но я ставлю по умолчанию параметры. Нажимаем All. И ждем результатов теста.
Вот тест завершен. Как видите, максимальная скорость чтения, которую записала программа, 218. Записи 120 мегабит в секунду, хотя производитель заявляет в два раза меньше, 60. Сейчас поставлю форматирование. На этом видео подходит к концу. Правой кнопкой по нему, по этому диску, и форматировать. Выбираем NTFS, стандартный размер кластера и полное форматирование. Начать. Нажимаем ОК. Сейчас будет долгий процесс форматирования, я его полностью снимать не буду, вам сниму уже в конце. Не переключайтесь. Форматирование завершено, ОК, закрыть. Свойства, вот NTFS. Ну вот и закончился обзор флешки на канале Belarusian Leon. Если вам видео было полезное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Belarusian Leon. До новых встреч, всем пока!